remaining. Пока все хорошо. Спасибо. Ну, все, без проблем. Что там Инча, кстати? Инча? Не, Инча на топе. Вот тут очень, кстати, может многое сейчас произойти нам на бот, конечно же, на руне. Вопрос на чьей, скоро узнаем. Но Мантис пока просто охраняет свою руну. Пойти на вражескую, наверное, смысла возможности даже не будет, хотя разор. Ну, слушай, по таймингам же подходит, факт. Забирает, улетает. Да ладно, нормально, они триплой пошли в харду. Ну, правильно сделали, чтоб боялись все-таки. Ну, что не поторопились, скажем так, потому что если бы поторопились. Там Раста, там НС, это слишком сильные ребята в некоторых ситуациях, поэтому такое. Ну что, мид будет стоять. Квапа против Пака. Очень классический лайнап. Не устану повторять, что как только вышел патч 7.0.0, я написал своему другану Митеру, говорю, пошли играть на квапе против Пака просто весь день. Он мне говорит, ну часик, поиграем и хватит. А на деле это лайнап, если и есть, то он очень важный. Но, правда, здесь всякие найтсталкеры мешают ровному развитию событий. Кому какая разница, микроскилл тоже очень важен. Проблема в том, что такой нофпейн одна тут не справится со сталкером, и я думаю, что это все-таки подтянуть какие-то резервы. Не знаю, Вич доктора того же, может все же таск, хотя таск, наверное, тут мало чем поможет. Но надо что-то предпринимать, потому что пак в таком случае быстро получит свой второй, третий уровень, ну а с третьим там уже будет поинтереснее. Ну и снизу оказался профит против разора, при этом именно здесь тусуется постоянный Вич доктор. Не скажу, что он сможет тут как-то профита погонять, но при этом неприятности доставить очень даже может быть. Да, ну давайте смотреть по крипчу. Шаман еле живой, но его все-таки добивает Enchantress и отправляется в таверну первым. А, кстати, тут такой скрин, если что, умеет кнопки сжать, заперли НС. Ох, красиво, ну. Может, же, когда хочет, НС спокойненько отсюда убегает. Ой, что там у Разора? А вот что интересно, у него 5 к 1 крипстат. Ну, против фуры, да, конечно, стоит не самая приятная штукенция. Ну, хотелось бы против триплы. А, нормально, фура тоже тут не особо фармит. Хотел я сказать, но увидев крипстат, пожалуй, не буду. И правильно, ибо он идет очень даже уверенно, даже несмотря на то, что его тут Вич-доктор постоянно пытается донимать, еще и отводы делает. Эх, сейчас бы руну забрать у Вич-доктор, можно бы и чем-нибудь намазать этого профита. А почему Маледикт он не дал? Просто Маледикт, каска, он бы его убил. Ну, а почему бы и нет? Нормально, все хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается. Enchantress, еле живая, очень много дамжа, конечно, получил. Ну, ты посмотри, просто с таким мэп-спидом без особых проблем убегает. Ну, а фура демонюга убивает курьера. Фура за ним сразу телеп... Ой, ну тут хаста нет. Тут конечная остановка. Фуры нет, конечно. Как маледик касочка. Ну, каска есть, хорошо. А, ну, тут же маны не хватает, закрыли еще и здесь шардами. Отлично сыграно. Забрали теперь еще и профита за такое. Хотя профит, наверное, заработал поболее, чем отдал своему оппоненту. Ну да, за куру слишком много дают, на самом деле ей дали вот этот новый скилл, чтобы фуры на базе ее не убивали, но не было у куры способности, так как не была она апнута. Ну чё, Гуля, топ-1 крипстат, не особо ему пока мешает инча, кстати, тут связочка немного странная. Сбил просто. А, да, торнадо. Это очень неприятная штука на линии. Да, ну а на боте, ура. Ура чувствует себя, я бы сказал, ну не так плохо. 9 крипов против Разора добить, это очень даже солидно. Однако Разора оставили одного, ну понятное дело, что тут делать саппортом. А делать им тут, ну если что-то и можно, то на риск для своего второго. Ну да, там плюс какой-нибудь Shadow Shaman и Вич-доктор 100% отправляется в таверну, при том, что он вроде как и сам по-хорошему пытался бы агрессировать. Так что лезть на рожон действительно не стоит. При этом Таск здесь заходит подрезать руну. Сейчас встретится с Шаманом. И кажется, у Шамана начинаются проблемы. Есть сетка, сбились здесь шиклы. И, кстати говоря, умирает. Все-таки Шаду Шаману, при этом скрин сам может за это отъехать. Куча там же к нему прилетает еще и за медло. Ну вообще хорошо, скрин действительно в тавернах. Правда, теперь как уйти отсюда лайфстилеру? А, там фейзы, я понял. Бы и нет, действительно, он уже очень быстро по этой карте передвигается, ну и вода, конечно. Иди отдыхай, наверное, так ему стоит сказать, так оно и произошло.
Типа, я ничего убивать пока рано, надо харасить. Хотя, ну, может, и в ответ и закрывают шардомех. Вот, скрин с командой. Не хотят отступать, все, посмотрим, кто в этой ситуации окажется прав. Шарна. А Расту, ну, размен будет очевидно. За их сет убивать этого молодого. Один в один, саппорты отправляются отдыхать. Ну, там что-то в мезе происходит, пак вместе с атаком пытается клопу забрать, за и выжил из скрима Фейн, и да. Фейн отправляется тут немножко отдохнуть и, возможно, чего-нибудь мильного регулить. Ну, кстати, смотри, кто сейчас будет умирать в мезе. Почему он сюда один пришел? Ну, блин, я вот не знаю почему, но меня слово пригубить очень веселит, в плане того, что я сразу представляю какую-то, знаешь, стакан пол-литра, да, и там водка. Водка? Ты чё, хмельное же. Да не, менталитет у нас такой. Это же самое вот такое вот, вот, как это раньше в старину называлось? Это не трактир? Трактир — это всё-таки больше такое европейское слово. Как оно на Руси называлось, а? Ну, вот, кстати, вопрос. Не, ну трактир мне слово вполне знакомо. Ну, понятно, трактир для часиков. Ну... Я не помню. Короче, это какая вот разница. В общем, это такое старое, доброе, русское, пригубить. Надо будет. А в современных реалиях это немножко иное значение имеет, я вот к этому как раз сказал. Не, в современных реалиях это слово не изменило своего значения, но вот, к сожалению, уж очень много других слов начали использовать не так, как надо. Да, ну чё, на миде скрин будет сейчас экспица, пока паузу этих команд. Насколько я читал, вернее, как читал, насколько я недавно увидел, потому что тут, типа, администратор писал две паузы по 10 минут, и я немножко был шокирован. Ты представляешь, 20 минут паузы? Пауза отжимается. Это мне нравится. Игра продолжается, и можно даже подумать, что она будет продолжаться весьма активно. Queen of Pain возвращается на мид, здесь же Таск попробует придумать что-то с паком. Вот тут на арбуз сразу улетает и не ждет. Тут что-то может произойти хорошее для него. На Раста, кстати, найдет куру резать. Ну, опять ты, Раст, это не кура. Даже при желании не получится, а вот порезать... Сеточку нажать. Чё-то походу для слабых в этом лайфстиле рулетает на телепорте, шаман так свою сетку не использовал. Я начинаю уже, так скажем, в тему входить. То есть ты начинаешь осознавать, да? Да-да-да-да. Чувствовать всю радость вот этого противостояния сталкера. Тут втроём прижимают, на шарике закатывается сюда. Таск, ну, под замедлением чаты всего можно будет даже и забрать. Ну, да, действительно, фраг есть. Да, так, ладно, вспомним, пожалуй, какие там дальше. 10 киллов. Я уже думал, что ты будешь вспоминать какие-то анекдоты. Потому что, ну, это действительно что-то из этой оперы. Да. Не, ну это из разряда. Приходи там, за гаражами один на один, я буду с бандой, только еще более подлое. Ладно, на самом деле, всякое бывает. В той игре тоже бейн ульти отменял специально, но это уже другая история. Вопа, ищет ботл себе. Ладно, тут никто никого не видел. Все испугались, но это нормальная практика. Блин, у Квапы даже тапка нету. А чё, зачем ей тапок? Она 7 минут. Так, кстати, Раста всех видит, лол. Чё-то как-то не туда все пошли, но Расту сейчас, естественно, должны рвать просто на... И, ну да, почему бы не использовать вот прямо сейчас ветку. Пак вышел один против троих. Добрый одного шоту шамана отдавать этого мало. Queen of Pain, но она-то на блинке должна уходить. Пак далеко прыгает, не туда, но Queen of Pain всё-таки отпустили. Или нет? Надо биться обратно. Просто нет. Так, а кто тут лидирует-то в итоге? Лидирует так... Так, спина на один фраг типа лидирует, да. Но Медуза при этом лидирует чуть-чуть там совсем на донышке на этих золотишко. Так, она топит там что-то планируется или нет?
Все-таки решили не идти на этого. Так, напали, кстати, на Гулю, на боте. Да, он конечно использует. На центре. Пак с Квапой продолжают играть в доту по крипочкам. 17 целых штук есть у Квапы и 37 у Пака. Вы спросите, как такое возможно? Как сказал Дудь, я живу в России. В ней возможно все. Ну, чем я сказал, в ней я могу поверить даже в такое. И уж поверьте, эта фраза вам сегодня пригодится. Знаешь, а, кстати, пока мне была нужна, наверное, часа полтора назад. Сейчас я уже почти телепортировал. Отлично, но что дальше? Дальше Пак улетает. Позор. Ну, кстати, он тут не уйдет. Не уходит. Счет 7-7. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы все ближе к заветным цифрам, которые ничего не будут значить. Ну мало ли. Не, вдруг осталась какая-то платформа, на которой, так скажем, случайно что-то произошло. Так, пусть увлекать. Ну, вряд ли. Хотя там, наверное, чатик, возможно, нам подскажет. Потому что там чатик за какой-то платформой все мониторят и мониторят. Так, отлично закрыли здесь сталкеры, и кажется, он умер. Да. Немножко, блин, немного странно это все выглядит, особенно то, как скрин на тусле. Ну, и вот тиммейта убили, он знает, что там три героя, да, он не разворачивается сразу, он чуть-чуть ждет. А ты две предыдущие карты хоть краем глаза видел? Ну, я слышал, что там было. Нет, слышал это не то, потому что в какой-то момент там уже о чем-то разговаривать было глупо. Потому что, ну вот ты смотришь, что там, ну, просто всех убивают. Знаешь, вот как мы с тобой сегодня сидели, и в какой-то момент ты просто, ну, все умерли. Вот примерно так же и сидел я на второй карте. Ну, все умерли. Потому что, ну... Так, на разор, на боте нападение. Нормально. Он гулю. Парится, хотя дэм уже у него меньше, чем ноль. АВД пришел, пока капуста неплохая. Сейвер, то стики нажимать ты не планируешь ли планировать? Значит, развернуться один удар по сталкеру. Ну, почему бы и нет? Красиво. И разор все-таки переживает она. Ну, кажется, умер. 10 врагов у коллектива схват скрина. Едем дальше. Пак ставит дримкол. Вичдоктор отсюда не отпустят. При этом сам Пак, наверное, отсюда не то чтобы уйдет, а еще и, наверное, таска заберет с собой, хотя таску продаться дальше с профитом. Тоже передумал. Да ладно, его все же отпустили. 13 хп осталось. Бывает и такое. Кстати, о, Пак, пьетусы пошли хорошо. Первый, второй пошел в молоко. И... Да не-не, уйдет. У него Arcane Runa, он... Не понял. У него... Сейчас просто руки с Enchantress на паке попадаться. Зачем он это делает? У меня немножко вопрос. Ну... У меня немножко много вопросов. Поэтому... Что он делает? Что он хочет? Он еще Инчу ищет. Нет, бежать, просто бежать. А, боже, что? Блин, жесть какая-то. Ну реально, еще 10-15 минут мы тут будем по полу в истерике кататься. Так, лайфстиллера, нашла Queen of Pain, или кто кого нашел, Квапа прыгает. Квапы, блин, уже на двоечку. Так, тапок куплен, ботла нету. И при этом первый же артефакт закупается Юл. Ну, Юл неплохо. Против ночи это самое то. Все-таки там будут сайленсы, очевидно. Сбивать шейков. Очевидно, тогда, ну, как бы те ботл. Да не, ботл, кстати, его все нерфит и нерфит. Он уже там дает вообще какие-то копеечные значения. Знаешь, ботл не только хорош тем, что он чего-то там заливает по чуть-чуть. Прикол в том, что ты можешь носить с собой руны. А к вапе, как персонажу, который должен бегать по карте и как-то искать, возможно, на боте бегать. По карте будут сейчас команды, Enchantress, у нее уже подрублен, что очень неплохо, вот это вот забирать манит. И разор у него есть и тусник, конечно. Ну, он нашел, но не важно. Он не выживал никак, но теперь туск. Туск, у него есть тик, надежда. Аквапа? Где-то там сбоку бегает Queen of Pain, его сейчас найдет сталкер, и кажется, он даст инфу о том, что тут кто-то бегает. Есть Void, неплохо, Silence, но вот теперь уже для телепорта уже нечем, и кто-то уходит. При этом... А где умер Шиман? И как он умер? Ааа, импетусы им... Подожди, его убил Вич-доктор. Ну, скорее всего, каски и пара импетусов, это все. Потому что каски в откате, ману он не очень много потратил. Да, наверное, примерно так оно и было. Ну да, Пак выходит в блинк, конечно же. Вот я, кстати, задумывался недавно насчет того, как же, ну как вот грамотно сливать. Ну то есть я не хотел сам пробовать ни в коем случае.
А вот, ну, как сделать так, чтобы тебя не... за 3-2-2 не спалили? Я что-то задумался. Ведь если ты играешь на более-менее про уровне, то отличить 3-2-2 игру от твоего лоу-скилла будет нереально сложно. Потому что ты примерно понимаешь, какие ошибки враг тебе простит, а какие нет. А ну, тут, некоторые понимаешь, ошибки... тоже некоторые ошибки настолько абсурдные можно допустить, что... Да, вопросы уже, будут это... возникать, знаешь, не из серии, а чего они так плохо сыграли, а из серии, а чего не решили подзалить. Понимаешь, примерно вот так. То есть вот если говорить про каких-то вот, ну вот, допустим, вот пример тебе. ВП, которые играют, давят, потом допускают две ошибки, у них преимущество в ноль, они сдаются. Но там, понятно, у них не те герои, чтобы камбэчить, доминировали уверенно, потом две драки слили подряд, по ним было видно, что, ну, упустили игру. А когда вот просто с самого начала происходит не пойми что? Так, смотри, видно туз. Если, ну, я считаю, что пора уже перестать кидать в него первый спелл до того, как он использует ТП-шку, по той причине, что, ну, так скажем, иначе ее не сбить. Т2, тем не менее, будет падать, на топ стягиваются все. Шоу. Знаешь, если на него не кинуть первый спелл, то как ты его будешь догонять и бить? Не, он в спрутах был просто. Ага, ладно, хорошо, прощу. Да. А, ну что, Фурёна, кстати, форсик. Видимо, для Гули, чтобы... Там, я пропустил что-то. Ну, раз тут, видите? Ну, круто. Деньги. То есть у нее уже юл появился. Ну, насчет уже неправильно, наверное, говорить, но он есть. Из хорошего... Сайленс по хвапе, пол хп нет, урна почему-то на нее не... А, да, нашел. Зарядов нету. Нашел. Проблем тут нет. Фуриончик собирает себе орчит, конечно же, и, ну, что мне тут сказать интересного, да скажу, что орчит тут, наверное, самый, кстати, пятером прыгнули, убили, такое минорное, ну и, наверное, все-таки стоит разобрать здесь таур на кирпичики, по крайней мере, пыль из нее получится очень даже неплохая. Да, Пак, кстати, ничего не боится, будет ли он кидать арбу, когда три героя рядом. Это многие вопросы нам объяснило бы. Сразу так, тут нападение на ЖД, точнее, все наоборот. Нашли Пак, бомб, который только приехал, и отличный инвест. Тут неплохо каста ждет, тем не менее, ну, живет лайфстилем, но недолго. Неплохо, но сталкер все-таки добивает за прозор, еще и заберет с боя, наверное, Лич Доктора, потому что умирать он все-таки тут должен. Лопа, таск, еще и чан рядом, правда, без маны, они не должны его отпускать, будь и блок, отлично закрыли еще и шантами. Даже не забрал с собой Лич Доктора. Да, ну и по итогу-то драка все-таки в пользу команды Squad, который назывался, как там, Реборн. Реборн. Ну, потому что он далеко не первый, скорее всего, не последний. Ну да. Так, Суду Шаман, ты посмотри, какие у него далеко играющие планы. Тем более, что он на пятой позиции, на последней позиции по натворству, и пятая позиция у него в коллективе. Как тебе вообще план его? Состоятельный? Ну, так скажем, амбиции есть. Кстати, ты разоцени его раскачку. 1-4-2-1. Ну, это хороший, ну, не знаю насчет хороший прям, чтоб совсем, но неплохой. То есть ему никто не даст третий держать, но и при этом дэмэджа, как он считает, хватает. Наверное, так есть, на боте сразу. Лямки есть, шарф. Где шарф? Вот, теперь хорошо, правда, далековато полетели, но, тем не менее, фраг был написан. Плохо. Даже очень неплохо. Что душа? Мидик в ногу, ты посмотри, просто пошел вард ставить. Или нет? А что это за Даша путешественница? Ну, вард, очевидно, он идет ставить. Так там стоит вард. Вот, стоит вард. Бы нет. Ну я понял. А, он тоже новый, да? Я уже просто ничего не удивляюсь. Вот это ж надо вот так вот пройти, чтобы поставить вар. Который и так тут стоит. Как говорится, русскую душу не понять. Ага, бешеные собаки северсный круг, ага. Я думаю, что он еще пару таких кругов навернет. Ну, слушай, а он-то на еще один круг пошел, только вардов-то у него теперь нет. Так, НС. Смотри, тут НС хотел навернуть, но... Не получилось нападение на боте, могло бы... Ну, в
фуру цепанули или нет? Импетус на треть лица, ну, приятненько, приятненько. Да не, команда боятся. Тут я бы даже не сказал, что в этом что-то подозрительное есть. Тут реально просто все испугались. Ну и Разор, смотри, куда зашел, фуру находит. Мне понравилась идея Enchantress купить после Дрэгонлэнса Кайи. Увеличит ману, уменьшит монокост и, кстати, универсал. Ну, это так. Между делом. Слушай, я так посмотрю. Шаман опять куда? Просто по вардам передает привет, видимо. Ну, кто там у нас в таверне сидит? Пивовар, наверное. Пиво разливает. Слушай, я тут посмотрел на Кайо, на Инче, ну именно на цифры. Мне реально нравится. То есть, вот я тоже заценил эту идею. Монокост уменьшает, урон увеличивает. И причем не только в качестве интеллекта уйдущего в урон, но и также процентный урон от дистанции. Ну, действительно смотрится интересно. Мне нравится. Очень круто. Так, но на топе фура опять видит, что у него проблемы. Исходит. Надо с крутами кинуть просто сюда, кнопочку или сюда. А, о-хо-хо, только вот уже дайвер есть. Ну, вопросы, кстати, к нему все меньше и меньше. Хотя, вопрос... Ну, а зачем ему, блин? Ну, чтобы купить Shadow Blade, очевидно же. А-а-а-а. Черт, как я не... Все, извините, моя ошибка. Но если он реально купит Shadow Blade, посмеемся вместе. Так, тут на видео нападение. Нет. Нет. Так, лопа у нас прыгает куда-то очень далеко. Пытается, конечно, цепануть Shadow Шамана. Ну, как иначе. Ну, это удалось. Правда, ответный какой-то врыв. Тут планировался, что умирает. Все-таки лайфстиллер добивает за Switch Доктора. И кто же умрет дальше? Наверное, это будет сталкер. Пак на хосте своей попробует уйти. Ну, даже это, наверное, удастся. Ура, сплит пушит, все хорошо. Ну, на Shadow Blade он практически накопил. Так, Enchant сюда прилетает. Да, что ты сделаешь, когда у него есть телепорт? Вообще, у него еще есть блинк, скажем так. Зачем его есть, когда можно этого не делать? Ладно, зато сейчас не в КДМ. И видит он очень даже неплохо, раз он его может встретить. Фура его видит прекрасно, блинкал. Отличная работа. Попад открывал. Ну, спасется ли он? Размахил дом, замедлил и не сработало. А чуть поближе, и чуть-чуть ближе, и Разор все-таки не дотягивается до него. Кстати, так, он на карте. Разор видит на карте ровно никого. Соответственно, он идет на вражескую часть карты почти под шрайн. Всё, ну, почему бы и нет? Про confirmed. Я, короче, буду смотреть от лица какой-нибудь из команд. Так намного интереснее в плане того, что можно оценивать вижен, да? И вот, например, сейчас видно Гулю, да, в миде. Соответственно, команда стак скрина, ну, понимает примерно, вокруг какой линии крутится все. Ну, то есть, большая часть людей действительно находится вот в этой области. А, ну, еще и Фурион. Соответственно, их тут трое. Что они будут делать? Ну, они увидели на кофе, скорее всего, сталкера и... по-моему, сработал какой-то триггер, если бежать вперед и не оглядываться. Да, ребята так и не уходят. Чувствуют они свою силу, пеньков, кстати, фармят. И Аганим, кстати, на Enchantress будет, это тот самый билд. И дракой попахивает, но... Пак на топе. Ну, как-то не очень сильно попахивает этой дракой, потому что, ну, Таур депать вроде как никто не собирается. И как-то змеек Shadow Shaman так и на какой Таур не поставил. Блин, я смотрю на Radiant, как много карты они используют. Раста фармит вражеский лес. Ура, знаешь, что меня радует? Сообщение в чатике. Ребят, подскажите, Linux, это вообще как с ней пользоваться? Ну, вопрос вполне актуален. И целесообразен. Ну, Фейн разультилась, Nature's Profit, проблема у него. Должен, скорее всего, умирать. И да, так оно и получается. Хотя пытается сделать телепорт, но не тут-то было. Ну, кстати, Ленухой-то я пользовался. Штука очень забавная, если ты собираешься именно работать за этой машинкой. Очень гибко настраивается. Ну, как рабочая машина, это просто жесть какая-то. Так, Фура решил, что он будет догон. Почему бы и нет? Баунти Хантера, ну, с догоном сложно, я уже сегодня видел на первой карте. Причем от Дузы. Добрый вечер. Ой, ну на самом деле, догон у тебя, ты фура, да? Нет, какой догон него, был у Баунти Хантера. Не, причем а первым артефактом этого БХ были тревелы. Ага. Сложный. Не, а я вот про фуру хотел бы поговорить. Вот, то есть если он берет себе
Дагон номер 5, да? То есть он линкается, дает дагон и форстафится, да, оттуда? Ну да, что план, капкан. Хороший план. Ну посмотрим, как получится его реализовать в жизнь, насколько грамм. О, Пак тоже берет дагон. 5 дагонов? Слушай, это тактика. А что если противник додумается купить пайпу? А, ну вот, одна уже готовится. Кто-то что-то знает. Ну, глиммер ВД, то есть глиммер на тебя жмут, и 2 дагона по цене одного. Даже 3 по цене одного, там же врожденное еще сопротивление. Ну, скажем так. Вот, слушай, продолжайте. Чего-то тут пытаются найти. По-моему, тут сейчас сталкера найдут. Сталкера действительно ходят, его поднимают. Маледикт. А, ну, сайленс. Телепорт, сбить, окасочку. Окасочку успевает все-таки зарядить, но сталкер отсюда не уходит. Кому проект достанется, к вынув пойти. Ну, то есть, все вполне логично. На него нападают 2 человека. Он взлетает и не жмет ТП. При том, что у него сало длится секунд 6. Он немножко проходит времени, начинает его жать под конец сала. То есть, ну, может быть уже... Может он уже сон, может что-то еще, но выглядит это реально странно. А, так вот, продолжая тему, я помню, начал разговор о том, как... Ну, как бы слить игру, чтобы тебя не спалили. Так вот. Поставить ну, если... Если ты хорошо играешь, то ты просто делаешь в макро ошибки. Это просто сыграешь такие айтемы. Так скажем. Не, ну ой, плохие айтемы, ладно, но если бы ты только плохие айтемы собирал, может быть, конечно, тебя бы и не спалили, но в таком случае как бы спаливность. Байбэк от буры, поехали! Байбэк! Сразу на бот, сплитпуш! Хорошо. По-моему, ему должны были давать антимагов сложно. По-моему, мы должны были давать репорт. Ну. И пошел репорт! Пол ТП он уже отнял. Ну и спасти, да не, ну нет, ну не уйдет. Да уйдет, уйдет, ой, не уйдет. А как, куда там он уйдет? Там маледикт, конечно. Еще разок тикнет, да, еще бы артефакт выложить, почему бы и нет? Ну, благо успел подобрать, это было бы, ну, совсем жестко. А тут драка на две части разделилась, Туска убили, а тут Энчантрус. А у нее все, у нее просто нереальный атак рейндж, я просто смотрю, у меня какая-то... Как делает? Что-то какая-то боль, когда полетит этот импетус. Хорошо, почти на 200. Ой, да, нет, он стоит там. Он стоит там. То есть это... Статус. Смотрим статус. Пинг игрока. Вот того самого. Того самого из 10? Мяу. Его пинг 38. Ну вот, соответственно, у него пинг большой. Ой, боже, пацаны, я не знаю. Я знаю, только говорить не буду. Ну, говорить-то никто не будет. Не, ну просто... Не, понимаешь, вот литературно это вообще называть нельзя никак. Так, кого-то там цепанули, Фекс, это, конечно, весело, но добить Куинфейн вряд ли здесь получится, да и тем более Лимбо побежал не пойми куда. Там тут шарик, и, по-моему, у Лайфстиллера будут проблемы. Маны нет на рейдж, при этом дэмэджа там 100% хватит, хотя... А почему решили его отпустить? Шарды добили, хорошо. Реально, сначала решили отпустить, потом решили добить. Еще 10 раз передумали, но все-таки лишили его жизни, и минус... Также сталкер, кажется, Пак тут с касочками совсем не ладит, и не нужно делать даггераут. Да блин, ну иди ты нафиг, ну чувак, ну камон, ну это вообще позор, ну блин, ну он не может нажать блинк. У него макшен и фейс-шифт. Давай, скажи, что у тебя ладит, скажи. Ну, у меня просто вот... Пауза от разора, а не от Пака. Да блин, мне кажется, он сам в шоке. У Пака, если он не поворачивается, ну, ты помнишь, мы же об этом говорили много раз. Да я знаю. То есть у него вообще проблем нет, я пойму, если бы это были, ну, я ты смотрю. Ты из блэкхола выпрыгнешь, из-под купола, а тут какой-то вот разор с его анимацией. Да, и при том, что он пейн? Долго бил, он реально долго бил. И самое, что смешное, тут единственный, у кого пинг в районе 100, это Мантис. И он из Казахстана, ну, то есть все сходится. У остальных... В том числе и у игрока с ником Мяу, который играет на паке. Я прямо сейчас проверяю пинг. Игрок Мяу, пинг 38. У него не могло быть такой задержки, чтобы он не смог блинкнуться. Потому что люди пинг 60-70, то же самое делают. Знаешь, ну, насчет проблем с задержкой, тут мог быть небольшой рофл, но нет. Очень сложно, да? Да-да-да. Мы же культурные все-таки ребята, ладно. Идем дальше. Профит.
передумал насчет догона у него теперь. Вон, нахрен, блин, это... Видеть так вообще по полной. Нет, ну это вообще... Нет, кстати, мне нравится план. С догонимом, вот, ну, если серьезно, то это шанс, это реально шанс победы. То есть, ты не можешь выиграть. Пеньков его слишком быстро убил. Смотри, пришли 6 пеньков. 8 пеньков. Сколько тут? 2, 4, 4, 5, действительно 6 пеньков. Фармиться нас полностью. Ну, то есть они надеются, что до двух траволов они смогут закончить. Уже два травола. Это странно. Это все очень странно, и план тут вообще не виден. Шамана появился дагер. Хекс на хекс, отлично. Две курицы будут сейчас клювами сражаться. Догон в ВД, да, плохо пойму, что если он уже сейчас отхилится. Надел хекс на хекс на хекс. Ну. Это два размена, скорее всего, будет, на боте тоже ломается эта вышка, ули нету, минус арморок, будет сложно, а тут господы заходят на хайграунд. Пак, конечно, пытается скипить, вроде как неплохо это делает, но катапульту не убить, катапульта пока жива. Мне кажется, релайстилеры курион решили, что до ХТ-3 не нужно. Да не, они правильно, ну то есть они же понимают, что они слабее, пак откидывает. Не, ну как бы если они потеряют Т3, а потом бараки, то... А ты посмотри, кто Т3 теряет. Их противник теряет Т3, уже квапаты по аут нажимает. Лимба бежит вперед, девать ТП-шки надо. О, трипо. А рейджа-то нет уже, а рейдж-то был потрачен, и тайвер для лайстиллера. Милый дом. Телепорт сбивает, телепорт его ламит для Фуриона и... Ну еще и Валрос Панч, а тут можно и как-то камешек да выкинул, но... Не... Да ладно, не сбил телепорт. А, это мой камешек был в откате. Сноубол, то бишь. Ну тут вот, блин, эти игры, это реально сумбур топиков. Ни одна из команд не понимает, что надо... Ну, они просто... Сложно посчитать урон. Сейчас я думал, что будет драка 5 на 3, да? То есть ТП своевременно сделали, если бы Дуза, они бы выиграли тут всех, но... Так вышло, что не получается. А у копы травала, вот вам и звоночек в дверь. Фурион не купил еще гоним, может, жалко. Хекс на Денесом, тогда живет. Отгоним, просто разор это время должен бить в сторону, да, так он и делает. Понимаешь, насчет драки, если лайстиллер прожимает рейдж просто для того, чтобы кушать тавр, когда уже делается телепорт. Ага, а Фура делает суицид в Аетис, когда у него нет байбека. Я... Норма. 29-40-50, я кое-кому отправлю. Это ж план победы, ты чего? Кое-кому отправлю эту цифру просто, чтоб так, для ознакомления. Ну, топ падает. Имитация желания выиграть от команды слева. Наконец-то ты это сказал. Ну я не знаю, ну типа... Не, ну серьезно, как бы первые две карты были очень красноречивыми, третья я бы, честно говоря... Удивился, если бы... Хотя, знаешь, все равно непонятно. Почему проиграли в таком случае именно Дуба? Я бы не сказал, что... Шмат играли в этой игре как-то... Так, убивают инчумы, ментально очень крутой ганг. И Найтсталкер. Найтсталкер, состав у него есть, но он решил подраться до конца. Нет, все-таки отошел. А, ну и Фурион, Димейк, использует сюда. НС, который должен покупать, когда ставят отличный ульт, но... При этом, просто смотри на вещдёгте. Да, убиваю. Да ему норм, ему просто норм. Фуриона еще добивает, доблокил для ВД. Ой, это все вообще непонятно, что это было и как это вообще расценивать. Тем не менее, Ват скрина побеждает в противостоянии. Реборн. Ну да ладно. А что тут завершать? Все, конец этому противостоянию. Посмотрим, что завтра решат организаторы.